Здравствуйте. Многоуважаемый Рената, я шокированно пришла поблагодарить вас за помощь, которую вы оказали моему мужу. Мой муж сейчас лежачий, 8 лет, болезнь Альцгеймера. Никакой помощи ниоткуда нет, пенсия маленькая. Ему 87 лет будет, а мне 85 исполнилось. Я неожиданно так получила эти деньги, никто мне не объяснил. Кто вы, что вы, как-то это от... вручили мне эти деньги. Я сейчас нашла ваш офис и пришла поблагодарить. От всего сердца. Спасибо вам. Творческих вам успехов. Удачи во всем. Помогайте людям, если у вас есть возможность. Спасибо вам большое. Кланяюсь. Вам огромное спасибо.